Приветствую тебя на своем канале. Продолжаем работу по вертолету Ми-8 МТ. Модель у нас в 72-м масштабе от производителя ARC Models. В предыдущей серии мы загрунтовали наш вертолет. Все детали покрыли грунтовкой от Валеха. В этой серии мы будем красить наш вертолет в базовый цвет. Использовать я буду краски от Акана. До этого я с ними не работал, так что это будет мой первый опыт. Насколько он будет удачным, покажет время. Красить я буду вот в такой вот цвет. Светло-оливковый. Это номер краски 73009. Это основной цвет на верхних боковых поверхностях вертолетов Ми-8, 24, 26 и 28. Есть еще такой у меня цвет. Серый. Ну, наверное, лучше взять серый этот, выгоревший. Но я решил использовать вот этот светло-оливковый. Разбавлять его я буду родным растворителем, тоже от Акана. Номер 7 74 30. Ну что ж, попробуем эту краску, как она у нас будет дуться из аэроверов. Приступим.
Так, покрасить ему вертолет в базовый цвет. Теперь нам нужно сделать маски для камуфляжа. Использовать для изготовления маски я буду использовать Потафикс. Такой вот. Скатаем из него такие вот колбаски. И с помощью этих колбасок выложим наш узор для камуфляжа. Показывать все полностью я не буду, покажу на примере небольшой фрагмент, покажу, как это делается. Все остальное будет за кадром. Поехали.
Так, сделал я камуфляж. Не камуфляж, а не маски для нанесения камуфляжа. Вот так вот будет выглядеть. Потом еще надо закрыть их. Или рыгой, или пакетом. Попробую, чем лучше. И можно будет красить второй цвет, цвет камуфляжа. Продолжаем работу. Закрыл я пакетом те места, которые нам не надо красить, которые останутся в базовом цвете. Оставил только открытыми места для камуфляжа, пятен камуфляжа. Конечно, пока все это делал, переломал все, что можно и все, что нельзя. Ну, потом восстановимся. Приклеим на место, как должно быть. Без этого никуда не деться. Поторопился, конечно, понаприклеивал тут все. Ну да ладно, исправим эти ошибки все. Так он теперь наш выглядит как зебра. Вертолет наш. Я его приклеивал, обклеивал пакетом и потом лезвием аккуратно вырезал по контуру эти все пятна. Так, это по маске. Насчет масок теперь красить мы будем. Вот в такой вот цвет. Зеленый, выцветший. Это краска акановская. Акан зеленый, выцветший. Ее номер 73-048. Тут не смотрите, тут она. Ее надо размешать, она будет вот таким цветом. Ну что ж, приступим к покраске камуфляжа.
Так, покрасили мы цвета камуфляжа. Как видите, уже я уже снял маски все, которые мы закрывали приклеил то, что поломал на место. На данный момент такой вот вид имеет наш вертолет. Старался сделать камуфляж точно в соответствии с фотографиями. Ну, насколько мне удалось, не знаю. Дальше нам предстоит покрасить низ фюзеляжа в синий цвет, ну, светло-голубой. Красить мы будем уже в следующей серии. В этой серии мы достаточно много снимали, напоказывали. Так что, кто смотрел, спасибо вам. Кто не подписался, подписывайтесь. Ну и в следующей серии мы продолжим окраску вертолета, а также покрасим другие детали. Займемся покраской ротора. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч на моем канале.